Раз, два, три, четыре, пять. Проверка звука. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка звука. Ну что, похоже, со звуком все нормально. Раз, два, три. Да, все нормально. Добрый вечер всем. Начинаем сегодняшние игрушки. Все нормально. Играем сегодня в игры про Су-27 и вообще про самолеты Су. Начнем с Wargame Airland Battles, где у меня есть дека, где в основном представлены самолеты Су разных моделей. Начнем с этого. Сейчас секундочку проверим. Так, ну похоже, все нормально, начнем. Карта с двумя начальными точками. Нам нужно расставить ФОП в том месте, откуда мы будем пытаться защищаться ПВО. Допустим, отсюда. Спрячем наши УАЗики. Поставим второй, потому что наших союзников надежды нет, они могут просрать ФОП на начальных точках. Будем захватывать Индию, Ивана, сразу Яну. Возьмем покрепче для этого машинки. Для Ивана и для Анны. Вопрос, где разместить ПВО. Мы все-таки передвинем ФОП сюда, нашу базу снабжения, и здесь расставим, поставим БУК, чтобы он прикрыл нам в основном Бориса и Дмитрия. На Иване нам нужно будет немножко ПВО местного. Возьмем Тунгуску. И нам нужно будет оборона. Ну, на этом фактически наши очки начальные заканчиваются. Также надо вот здесь будет организовать оборону, потому что враг пойдет отсюда. К сожалению, очков командования не хватает, чтобы отправить какую-нибудь серьезную группу на Борис. Ну что ж. Нам нужна пехота. Пехота. Поставим пехоту с конкурсом. И БТР. Вторые, они довольно неплохие в обороне. Для наступления не очень хороши, но в обороне вполне нормально. А что ж, поехали. Надеюсь, наши союзники нам помогут. Играю я с ботами против ботов. Как-то вот так. Ладно, начали.
меня нету звуков из игры. Выдвинь немножко подальше. Так, союзники заехали на Борис, но похоже не собираются восстанавливать на нем контроль. И первая проблема, пошли вертолеты. Так, СПВО, похоже, у нас не все так хорошо. Надеюсь, моя пехота хотя бы успеет доехать, закрепиться, чтобы можно было выгрызть. Так, в пехоте у меня есть игла, есть игла. Оставим ее сюда. Наши союзники захватили Борис. Так, погружаемся, пока нас не перебили прям в технике. Давай, закрепляйся сюда. Это нормально. Тоже сойдет. Пошел Хорнет. То у вас работало. Мираж. А пока у нас много фобов. Давайте выпустим вертолеты. Потому что, чтобы их перезаряжать, нужно много снабжения. Пока у нас полные чистые фобы, надо бы этим воспользоваться. Надеюсь, союзники сдержат наземное наступление противника. Так, сюда нужно что-нибудь для обзора. Вот так. И может быть стоит даже добавить сюда немного ПВО, хотя очков на это нету. Так, вот наш К-50 прилетел. Надо быть аккуратнее, чтобы не попасть под их ПВО, но при этом выбить их вертолет, особенно этот ход. Он является большой проблемой для нашей бронетехники, для союзной бронетехники, так как нашей особо тут нету. Да, здесь неприятная ситуация, здесь, наверное, все-таки нужно усилить. И поставить сюда какой-нибудь танк. 64-й Пашенко тут накупим очков на это. Так, 50 нужно больше здесь, чтобы сбить эту суперкобру. Опять же, надеюсь, что здесь не будет мощного ПВО. Ситуация не очень, их много самолетов. Т-64, как украинский, все-таки танк будет у нас из кустов нас поддерживать издалека. Так, вот мы добавили сюда немного ПВО иглу. Так, и у них здесь ПВО отлично. Нам сюда соваться совсем не стоит. Лучше пойдем перезарядимся. Хотя нет. Если есть вертолеты. Давай по ним отстреляем нашими иглами с К-50. Что есть плохо с К-50 в этой игре, в том, что у нее, с одной стороны, сильная инфракрасная и противосамолетная ракета.
С другой стороны, только двое мощных Х-50Л, которые, конечно, мощные ракеты, но их всего две, лучше бы она была с какими-нибудь вихрями или атаками, которых побольше, так вот, и он вот нас сбили. Отлично. К-50 слита. Ну, запустим еще. Так как я уже сказал, пока у нас все фобы полные, надо по полной это использовать и использовать именно вертолеты. Потом, когда уже фобы опустеют, вертолеты будут неприемлемы, так как у них надо перезаряжать их транспортным снабжением слишком, поэтому их стоит использовать в первое время боя. А жалко, что мы потеряли только 50. Это была большая потеря. И мы знаем, что есть много ПВО. Ну вот это газелькана для начала. Попробуем взять. Надеюсь, мы будем пока в недосягаемости. Так, вот по нам стреляют из леса, сваливаем отсюда. Совсем сваливаем. Воспользуюсь ботовским фобом. Свой перебережем. Так, пошли их фридом файтеры, и тут у нас должна быть тунгуска, которая их порешит. Отлично. Наверное, стоит добавить еще одну тунгуску. Вот сюда. И послать снабжение. Надо будет включить топливо. Включаем топливо, все только на ремонт и боеприпасы. Вот второй. Посмотрим, много у нас расходовало у нас. Нет, немного снарядов. Ракета не задействована пока. Так, вот здесь вот напряженно. Надо выдвигать на 164. Так, акула перезаряжается, вызываем еще акулу. И двумя акулами отбиваем эти танки. Надеюсь, тут нет ПВО сильного. Хотя он здесь, кажется, было, но что поделать. И надо бы и сюда снабжение послать. Но пошлем мы его отсюда, чтобы оно не пошло. Отсюда не попало под удар, то он нифига не доедет. Так, две акулы — это уже нормально, это уже сила. И мы, наверное, этим газелям поддадим под хвост. Да и тут наши ПВО неплохо раздают. Тунгуска работает. Молодец. Даже, наверное, рискнем, пошли мы на прямую поддержку снабжения. Интересно, откуда он сейчас поедет. Так, это отсюда поехал, включаем его топливо. Быстрый марш на поддержку нашей пехоты и танка. А вот второй. И его на поддержку Тунгуски. Так, ну сейчас наверняка если нарвемся на какой-нибудь Милан. Вот точно Милан, нет, сюда мы не полетим. Лучше попробуем проатаковать вот этих товарищей. Мефисты — довольно сильная штука, тем более двойной против одного — это 64. Они могут двойным залпом, хотя один пробьет, да вынесет его. Так, очки опять накапливаются. Добавляем все вертолеты, какие у нас есть. Так, К-50 разрядились, возвращаемся быстро на перезарядку, не рискуем его пустую. Тем более, если опять оказалось ПВО.
СГ-50 перезаряжается. Не подставляемся больше под ПВО. В следующий раз будем использовать этот фоб, все равно бот он мне нужен, так что наш бот пока не действовал. Здесь у нас все перезаряжается, это хорошо. И враг давит, допустим, надо будет добавить сюда еще танка. Т-64, я считаю, тем более это делать с ракетами и дешевые, они лучше всего в обороне именно. В нападении их не стоит посылать, а в обороне они вот лучше всего, на мой взгляд. По цене 75 с кобры, то есть с дальним радиусом действия, и за броней в 13, на мой взгляд, это лучший вариант именно в обороне. А для атаки лучше использовать либо более дешевые массовые танки, либо более дорогие типа Т-80 с мощной броней. А вот такие средние по цене с дальним радиусом при помощи ПТУР — это лучший вариант именно для обороны, а не для атаки. Так, у нас накапливаются очки, так у нас сегодня все посвящено СУ. По-моему, пора выпускать СУ. Возьмем один против ПВО среди локационных день, хотя есть таких немного. И возьмем с бомбами. Это не очень хороший вариант, к сожалению, потому что многие локальное ПВО НАТО использует инфракрасное наведение, против них он не очень хорош, но хотя бы он нам отманит на себя часть огня и разрядит боезапас обычных ПВО. Так, видим, С-24 с противоракционной головкой наведения ничего не может сделать, он не видит никаких целей. Делаем его возвратом. Хотя бы их побеспокоил, то хорошо. Хотя можно было его направить атаковать суперкобры. Он не так уж и плохо работает своей автопушкой. Так, здесь что у нас? Вроде все неплохо, перезаряжено. Иван довольно хорошо защищен. Здесь тоже все нормально вроде бы. Да, раз не полностью разряжены грузовики с боеприпасами, значит оборона держится. Это один из признаков. Немного переживаю за то, что Борис отдал полностью под защиту ботов. Надо сюда все-таки тоже послать своих танков и установить здесь свой КШМ. Потому что боты могут дерзко ливануть, и они непонятно, когда можешь держать оборону, они ливают. Это реально выбешивает. Так, сейчас будут очки, пошлемся на всякий случай еще Тунгуску. Хотя вроде даже не залетают самолеты противника, но все равно. Отлично, они идут отсюда. Просто шикарно. Ну и, наверное, здесь нужна разведка. Хотя они вон пошли самолетики противника. Так, наши К-50 опять сюда отстреляли. Там какая-то она не завалит. Посылаем их на перезарядку. Хотя вот этого они могут вынести из автопушек. Так, пошли мы сюда на атаке. Пусть по дороге кого-нибудь сейчас сработают, может быть. Вот этого давайте добивать. Да, отлично. Так, наши СУ перезарядились.
движешься по вот очень плохо, по ней не сработает. Отправим этого сюда, и тот попробует сбить у нас вертолет из автопушки. Ну и заодно будет отманивать их не по ВО. Так, все наоборот. Ты давай быстро сюда уклоняйся. Если по нему сейчас будет пуск, делаем возврат ему. Нет, похоже, пережил. Ну давай, сноси кобру. Один заход, второй. Возьмем еще один Су-24 и попробуем убрать это ПВО. Окончается топливо, он снес аэрокобру, делаем ему возврат. Надеюсь, у него получится снести это ПВО. Заход. По нему был пуск, но... Нет, только контузия. Но хоть его не сбили, тем более, что если уже была вторая ПВО и ЗСУшка. Но это нам дает возможность использовать наши К-50 посмелее. Хотя нет, за 2 ПВО надо быть крайне аккуратным. Еще один Су-24 перезарядился, посылаем его сюда. Надо добить это ПВО. Хотя там еще одна есть, и вот это. Блин, боты, молодец, ты послался. Отлично, аж грузовик был захвачен. Так, давай Су-24, сноси ее. Пуск по нему, сброс бомб. Опять мимо. Су-24 проблема, он не может сделать концентрированный удар по одной цели. Поэтому поаккуратнее пошлем его сюда. Так, добивает пехоту из автопушек. Нормально. Так, у нас скопилось неплохо очков команды, надо выбрать направление удара. Можем послать на джот, на жот, но чтобы здесь пройти, нужно потратить, здесь будет много лесов, много стычек с пехотой. Или Леонид. И Михаил. Ну, тут, надеюсь, боты разберутся. Хотя сюда было бы удобнее атаковать. Но, тем не менее, похоже, нам придется через центр. Тем более вот такие проблемы идут. Да, похоже, придется через центр атаковать нас жжет. Закрепимся здесь, послався до нашу штабную машину. Так, еще здесь этот сектор наш, она пойдет через. Она появится отсюда. Так что не стоит беспокоить, что ее подобьют. Что там наша акула? Неплохо было сбить эту суперкобру, но там точно где-то рядом ПВО. Да, ЗСУшки и ПВО ракетная там тоже есть, не стоит туда соваться. А вот сюда можно, наверное, попробовать, хотя тоже очень рисково. Сюда, а потом нет, лучше даже сразу сюда. Ну, давай. Так, отлично, они полностью разрядились. Но тут есть ПВО, а тут есть вертолеты, по которым могут отработать с инфракрасными ракетами. А против лавов, может быть, и пушки зарешают, хотя, конечно, лавы тоже могут кое-чем ответить, у них пушки тоже не хуже. Что там у нее, 25 миллиметров? Да. Это опасно, но суперкубер надо валить. Потому что она наших танков нарежет. Так, одна кула мы потеряли. Лавы опасны в плане автопушек. Так, возвращаемся их на ремонт. А то они так долго не долетают у нас. Посылаем через атаку. Так, здесь проблема. Город почти захвачен. Нет боеприпасов.
Положение тяжелое. Попробуем вот так снизить их артиллерию. И попробуем завалить их ПВО. Надеюсь, что их не КШМ рядом с их ПВО. Похоже, сейчас будет потеря в авиации. Все к этому идет. Так, ты попробуй завалить этих кобр. Раз ты не нашел никого с радаром наведением, чтобы отстрелять с ракеты противорадарной, попробуй хотя бы с пушки ПВО взять. Потеряли Т-64. Опасный знак, так все Т-64 у нас на охране. О, тут полная попка. И еще наш УАЗ поехал через это. Но это просто пипец. Так, ладно, делаем атаку. Не лучший вариант, но что есть. Так, похоже, все-таки наш вас дошел каким-то чудом. Что у нас там акула делает? Перезаряжается? Тут уже почти все. Тут еще есть. Так, опять воспользуемся флопами ботов, чтобы перезагрузить наши грузовички с припасами. Пока все нормально, тут у нас крепкая оборона, тем более боты продавили низ Корригана вперед. А здесь нужен скрежет, чтобы отбивать их пехоту. И нужно конкурс, чтобы отбиваться, если они на танках подойдут. Так, еще один отсюда после. Просто вот мне выбешивает, эта игра посылает карго, посылает снабжение через самую... Куда? Там же в городе их не все сидят. Это... Гвоздь голову забить этому маршрутизатору. Так, наши танки вроде достаточно уверенно выходят на позицию. Добавим сюда атакующих сил. Добавим какой-то эрзац ПВО. Ну и нормальное ПВО тоже добавим. Так, Т-72 у нас будет смертниками. Пойдут сюда. Акулы перезарядились, точно вынесли эту суперкобру. Так, здесь мы понесли потери, да? Так, выгружаем этих товарищей. Пойдем пешком. Кто ее сюда послал? Почему она полностью разрядилась? Это просто пипец. Так, отлично, нет суперкобра. Поддержим наши танки. Снабжение, что у нас снабжение? Снабжение у нас просто тухло. Сюда сейчас пока получим азик. Ладно, эту область захватим азиком. Хотя, конечно, рискованно, что поделать. Вот вроде достаточно наших войск поддержит. Акула поддерживает танк. Так, попробуем поддержать его авиацию, хотя бы выбить их не КШМ. И здесь сработаем сюда. Нет, лучше по КШМ прицелимся. Так, акулы разрядились.
отправляемых на атаку пехота. Хотя нет, газельход надо завалить. Возврат, возврат, возврат. Так, все, ход завалили. Отлично. Попробуем на Т-72. Может быть, выживет. С леопардами это нечего тягаться. Так, на левый фланг весь наш. Так что даже можно попробовать сделать вот так. Наверное, да. Если пригодится помощь. Раунд разблокируем топливо. Так. Ой, блин, здесь пехота вражеская. Но все равно что поделать. Пошли мы сюда наш УАЗик, чтобы он захватил эту точку. Так, МТЛБ поможет нам против этой пехоты. Скрежет 64. Так, 64 подвинем немного сюда. Если будет атака, то она будет, скорее всего, с этого направления. Здесь нужно снабжение, чтобы хотя бы восстановить наши Т-72 выжившие. И всем погружаемся. Так, отлично, Каписер пытается поддержать наш УАЗик. Убивает эту пехоту. Если они выбьют наш лазер, пошлем его сюда. Да, крепко они здесь засели, учитывая, что они в здании. Так, Starfighter, с этим пора что-то делать. Так, у нас сегодня Су-27. Запускаем Су-27. Не сейчас, он будет патрулировать потом. Так, попробуем выбить их на артиллерию. Хотя это очень опасно, потому что наверняка там рядом их не было. Ох ты ж, ёх ты ж. На проулер, отлично. Их 31, давай укради мне фраг. Это не важно, что есть вторая цель. Кобра, кобра. Сбиваем кобру. Сбиваем их на артиллерию. И валим кобры. Что они сели, что ли? Так, отлично, одна готова. Заход на вторую. Отлично, и берем третью. Или возврат, на что они уже как раз так и топливо кончается. Ладно, возврат. Против ПВО справится с этой коброй. Так, акулы, перезаряжаемся. Пустой.
надо что-то делать с этим местом. Если нужен большой пехотный раж через эти леса, танки понесут большие потери. Хотя вот выставим 3 Т-72, это будет здесь нормально. И пехота. БМПшки пойдут их поддерживать. Наш спецназ на скрежете. Для ударной силы добавим 3-го БМП. БМПТ для еще больше гнилой мыши. Но и для близкого боя с танками норов подойдет. Так, нужно снабжение. У нас кончаются уже ракеты. А напряжение увеличивается. Блин, жестко, жестко идет. И возврат сразу. Нас продавили, пытаются. Давайте поддержите, чем можете. Нужно больше здесь пехоты. В этих лесах именно пехота решит. Так, акулы опять разрядились. Но не важно, надо перехватить этот ход. Если отступаем. Черт. Почти все фобы закончились, поэтому надо вертолета было использовать в первое время боя. Потому что сейчас без фобов вертолета бесполезно. Один вылет и все уже. Пустой. Не хватает даже для перезарядки наших грузовичков. Так, ну вот мы прошли леса, теперь нужно максимум танков. Иначе мы с голой жопы вылезем на этот город. Так, ну вроде районов нас много за. Так, здесь проблема. Похоже, было потеряно наше ПВО, а без ПВО с поддержкой суперкобра нам тут. Так, садитесь, заправляйтесь, чем есть. Оба нулевые, ну. Похоже, выкачали остатки керосинки и были в этом фобе.
Против наземки ничего нет. Хотя без топлива. Надо забирать эту суперкобру. Так, вынесем их не артиллерию. Выгрузка и в атаку. Примкнуть штыки. Надеюсь, если мы так пойдем, мы захватим в дефобу и зарядимся для помощи ресурсов. Так. Надеюсь, это не Брэдли, если это Брэд... А, лава, ладно, нормально, лава фигня. Если бы это было 3 Брэдли, они бы нас разнесли, бы нефиг делать. Давайте сюда двигайтесь. Хавк. Радарный. Ну давай против радарных хоть раз сработай. Молодец, блин. Единственный твой шанс был проявиться, и ты сдох. Так. Ну ладно, пускай наши Су-25. Обнаружено. Лавки. Что у нас здесь? Охота. Захватили их и командный центр. Так, выбиваем этого. Какого уж можно особенно не беречь, все равно перезаряжать их нечем. Давай, вали этих. Надо заказывать еще самолетов. Так, движемся сюда, чтобы перезарядиться на таких фобах. Похоже, можно пускать на штурмовые резервы. Ну давай 27. Вали их. Так, у них ПВО все еще есть. Надо держать темп самолета.
Хотя на самом больше новых нет. Так, что нам здесь нужно добавить пехоты в их городе. Без пехоты здесь никак. И для поддержки пехоты нужен нам терминатор. Так, давай, захватываем УФО. Там будет перезарядка. Этот фок уже пустой. И может быть можно захватить уже эту точку. Наши самолеты будут вылетать гораздо ближе. Похоже, все фопы пустые. Больше транспорта не перезарядить. Вот этих ковбоев можно послать вот сюда на поддержку нашим 62. Припустили броулер. Могли бы его перехватить при помощи нашего Су-27. Ладно, поработаем по ихним ПВО. По пехоте. Оставляем боевое хранение. Так, а что у нас здесь? Отменяем всех наших небоевые юниты. Боевые юниты пойдут в быстрый бой. Атакуем через Константина. Время 16 минут, у нас превосходство 3000. У меня превосходство 2000 над самым лучшим. Нет. Я выступаю одному из ботов даже. Но может быть я по потерям меньше его. Так. Попробуем при помощи этого Су-25 вынести за радарную установку. Так, вы парни тоже давайте в атаку. Отлично. Минус одна кэша, минус вторая кэша. Давай, добивай их. Так, давайте на Леонида. Попробуем угадать, где находится враг. Надо
прорвать этот город. Опять нужна пехота. Скрежет. БМП. 3. БМП 2. Разведка. И танк. Отлично, похоже, мы продавили. Давим дальше. Осталось 13 минут, боюсь, не успеем. Ссылаемся наугад. 124 должен работать теперь без остановки наугад, нанося удары. А болельщиков тут мало, а где-то только в войсках они сидят. Наносим массированное наступление. И нам нужно разобраться еще с верхним направлением, там могут оказаться их негэшенки, пытающиеся спрятаться. Секунду появился хакер, конечно, спрятался. Надеюсь, наши штурмовики разглядят. По крайней мере, по ним не пальнуло ПВО уже хорошо. Попробуем вынести их артиллерию. Вот она ПВО. Так, возвращаемся, возвращаемся. Возврат. Завалим их не ПВО при помощи 24. Вынесли еще одно КШМ, но похоже не хочет эти есть. Захватываем Михаила. За сову.
У нас подавляющее превосходство и в количестве юнитов, и во всем. Сейчас нашего здесь станет, и мы сможем послать с второго фронта нападение. Наверняка, что их не отступили кошемки. Пытаемся выбить их не по. Так, меня зовут Дима, то захватим зону Дмитрий. И тем более принять на дополнительных очков команду. Так, ну и пошли танки. Это 80. Пехота на БМП-3. А в тыл пошли вам скрежет наш спецназ. Надо выпить город Леонид. Посылаем все, что есть на Леонид. Есть. Последний КШМ. И 5 минут до конца матча оставалось. Ну что ж, это победа, вырванная в последние секунды. Давайте проанализируем теперь наши очки. Я на 200 выбил больше урона, чем самый лучший компьютер, но при этом значительно меньше понес потери. Хорошо. Бог, как ни странно, почему-то да отстрелялся. Я, честно говоря, думал, что он всю дорогу бездействовал. А у нас сбил два самолета. Мираж. Это очень неплохо. Так, Акула. Акула очень неплохо. Две КШМ-ки и один самолет. Не считаю все остальное очень неплохо. Тунгуска. Нормально. Самолетов. Акула. Кобра. ДШМ-ка очень неплохо, нормально. Су-24 поработал как мог. Эта акула, наверное, ранее сбитых была. Мало отработал, не купил себя. Т-64 оборонялся.
Су-24 сделал неплохой килл, нетипичный для него вертолетов. Это очень хорошо. Т-64 средняя, Т-72. Две суперкобры. Очень-очень неплохо, необычный результат. Т-64 так себе. Т-80 не показал супер результата. Ну, хотя, может быть, это было в конце его пустовато. Штурм средний отработал. Наверное, себя купил. Т-80. Так себе. Су-27. Ну, неплохо, неплохо. Хотя, можно было и лучше. Наров хорошо. Су-24 так себе. Т-72. Аутстендинг. Реально большой список уничтоженных противников. БМПТ. Ну, не очень, но нормально. БМП-2, как всегда, хорошо. Т-72 в атаке. Т-64. Наша разведка смогла лав уничтожить. БМП-2 очень хорошо отработала. БМП-3 тоже нормально. Су-25 не очень. Су-25Т. Ну, так, прилично. Хотя бы он, наверное, себя купил по очкам. Хотя мог бы значительно лучше. Су-25Т слабо. ВДВ очистило наше небо. Ну, дальше ничего такого особенно впечатлительного. Потери. Одна акула от ПВО. Тунгуска от лавы. Это моя ошибка, значит, я послал ее вперед на неочищенных противников место. Это, конечно, могла с вами 30-миллиметровыми пушками разобрать эту лавку. Наверное, там было слишком много противников. ПТ от лавки. Так себе. Еще одна кула от лавки. Это очень плохо. Потеря БМП КШМ-ки от пехоты. Это провал. Это реально провал моего командования. Тунгуска от троллера. Предсказуемо. Обидно, но предсказуемо. Ожидаемо. Урал от аэрокобра вообще не считается. Тоже. Вот это обидно. От Ладстингера Су-24. Но это был неравный бой, конечно, против дракона. Здесь, конечно, могло бы МПТ зарешать, но не вышло. Это обидно. Это недоработка моего ПВО. Су-27 надо было чаще использоваться. Но это бывает. Акула от Стингера. Полученный опыт. МТЛБ получил опыт. Это очень неожиданно. Обычно МТЛБ с их неслабым вооружением и броней долго не живут, а я смог получить опыт неплохо. Т-72 в атаке тоже неплохо. Су-25Т хорошо. БМП-3 хорошо. Ну, в общем, все хорошо, наверное. Так, ну, очки командные тоже нормально. Ну что ж, мы победили. Осталось только узнать, почему не было звука игры. Ладно, попробуем нашу следующую игру про Су-27, про семейство самолетов Су. А, DCS World. Я давно не играл в DCS World. Забыл, там может как управление считается. Но сейчас попробуем вспомнить. DCS World.
Так, ну для разминки сыграем миссию быстрого старта. В прошлый раз, когда я попытался стримить ДЦС, у меня почему-то оказались дикие фризы и тормоза, не знаю, с чем это было связано. Вроде процессор не загружен, и вот это Warland Air Land Battles прошел вроде хорошо. Так что непонятно, посмотрим, сейчас будет ли опять фриз. Ну что ж, попробуем стартовую миссию быстрого старта сыграть за 27. Ну что, сделаем этих бобуновых. Второй. Облучение. 12 часов. 103. 105. Обнаружена цель. 2, 1, 8. Удаление. 60. На 10. Звену. Так, пошли нашего напарника, бота. 103. Сбить эти Е5, чтобы не тратить цель. 2, 2, 4. Удаление. 45. На 9000. Сближаюсь. 105. Обнаружена цель. 2, 2, 4. Удаление. 50. На 10000. Сближаюсь. Надеюсь, мы ведем их с объект. Не хочу тратить на ракет. Воздушной цели. Второй. Облучение. 12 часов. Второй. Обнаружена цель. 2. 4. 105. Занял зону от ориентира 1.06. Удаление 500 на 9000. Сближаемся на минимале, включая газ, чтобы не поймать тепловую. Похоже, я сейчас поймаю. Облучение 10 часов. Второй. Облучение 10 часов. Второй. Облучение 10 часов. Второй. Облучение 10 часов. Второй. Пуск ракеты. Второй. Облучение. 10 часов. Второй. Облучение. 10 часов. Второй. Так, сбиваем пуск ракеты. Второй. Облучение. 11 часов. Черт, похоже, пуск. Второй. Облучение. 11 часов. Второй. Облучение. 10 часов. Второй. Твою мать, просрал ракеты. Второй. Наблюдаю воздушную цель. 12 часов. Второй. Как так? Это какой-то позор сейчас был. Надеюсь, Бэмбич этого не видел.
ну это был какой-то позор просто. И кто же меня так? Угу, мой напарник, спасибо. От кого еще ждать помощи? Понятно. Как у нее так получилось? Второй. Обучение. 12 часов. Второй. Обучение. Звену. Атакуй ПВО. 103. Звену. Атакуй воздушные цели. 1-8. Удаление 60. На 10-1100. Сближайтесь. 105. Обнаружена цель. 2-2-4. Удаление 45. На 9000. Сближайтесь. 105. Обнаружена цель. 2-2-4. Удаление 50. На 10-1100. Сближайтесь. Подтверждаю. 2. Второй. Работаю по воздушной цели. Ладно, берем это. Обнаружена цель 2-2-4. Удаление 5-0. 105. Занял зону. От ориентира 1-0-6. Удаление 500. На 9000. Второй. Обучение. 11 часов. Вспышка. Второй. Пуск ракеты. Второй. Работаю по воздушной цели. 103. 105. Цель рядом. Второй. Пуск ракеты. Второй. Работаю по воздушной цели. Второй. Пуск ракеты. Второй. Обнаружена цель. 1-5-1. Удаление. Отлично. Второй. Пуск ракеты. Второй. 105. 103. Дайте курс на ближайшую цель. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Потерял всю скорость. Атаки. 105. Перегрузка. Обнаружена цель. 1-8-3. Удаление. 2. На 11000. Дистанция не меняется. Превышение по высоте. Да не мяс за спиной, блядь. Второй. Обучение. 7 часов. Второй. Обучение. 7 часов. 103. 105. Обнаружена цель. 2-0-9. Удаление. Нафиг нижняя пола петля. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. 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 Предельная перегрузка. Захват. Сто третий. 105. Обнаружена цель. 2-1-6. Удаление. 35. И пошла медленная змейка. Дистанция не меняется. Главное не потерять захват. То все-таки пока лишь всего лишь F4, не F16, которая позже появится.
105-й. Цель рядом. Еле ушел от АИМ, это АИМ 9-го. Сбил. Хорошо, успел вырубить движок. Давай, захват. Пошли. Промажу. Ничего, доберусь из пушки, если что. Вспышка! Есть! Теперь 2 в 16. 103. Дайте курс на ближайшую цель. 103. 105. Обнаружена цель. 0-5-9. Удаление. 2. На 11 тысяч. Расходитесь. Наблюдаю воздушную цель. 12 часов. Так, нам нужен курс 146. Захват и пуск. Так, и змейку. А им 120, мне попка. Похоже, не так сразу. Одного сбил, а им 120 еще одно. Он слева. Ведомый, твою мать. Я на тебя рассчитывал. Похоже, без автопушек не обойтись. 103, 105. Цель рядом. Последняя ракета. Буду пускать 2,5. Твою мать, опять ловушки. Есть! А то я ж думал, придется с автопушки отрабатываться.
Жалко, ведомого потерял. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Так, ну мальчик. 313. Все хорошо, мы победили. Так, я вырубил Е5. Мой напарник вырубил Б52. Второго Б52. Еще одного Е5. Я завалил обоих F4 и обоих F16. Ну что, нормально. Не дошло даже до автопушки. Хотя обычно эта миссия без двумя не обходится. Ну что, пойдем попозоримся на Феникс 104 сервере. Так, сейчас проверю звук. Похоже, со звуком все нормально. Ну что, давайте первый вылет сделаем за синих. Пятьсот двенадцатый хороший номер. Тем более будет у нас союзнички. Так, что мы возьмем для первого вылета? РЭП, чтобы смотреться. Р-70 ну, в принципе, нормально. Только мне нужно больше дипольных отражателей. Хотя у нас есть РЭП, то может вот так вот 69 плюс 23 нормально будет. Перезарядка по плану.
Так, теперь вспомним, как бы еще заруливать на 127 с его системой тормозов. В смысле, куда я назначил эти тормоза? Хороший вопрос. Всегда думаю, что ли? Нет, не видит нас. Ну, тут довольно много товарищей. Так, давайте посмотрим, как надо взлетать вообще отсюда. Так, ну что, налево. И пошли. Bulls 3 5 6 1 1 magic 5 groups first group at bulls 3 5 8 4 35 at 1000 additional group at bulls 3 2 0 4 40 5 at 12000 additional group at bulls 3 4 0 4 45 at 8000 additional group at bulls 3 1 5 4 90 at 13000 Нет, я вроде бы не совсем то просил. Перезарядка по плану. Давай контейнерами абсорбции подмешивай. Additional group at bulls 3 4 5 4 60 at 23000
additional group at Bulls 303-470 at 19,000. Additional group at Bulls 341-4100 at 30,000. Ну, начинается. И как на этом говне запуститься? Просто отлично. 512 Magic pop-up group 320-480 at 3000 hot. Так, теперь осталось высадить, у меня тормоза были сделаны. Потом мы сейчас по ходу разберемся. Надеюсь, что вот здесь. Ну чё, погнали? Ну давай, поворачивай. Отлично, это было Герц. Ничего себе. И еще лучше из ангара выезжать. Ладно, этого никто не видел. Ну
512, Magic Pop-Up Group, 340-435 at 7000, flanking. 512, Magic Bra, 307, 4140 at 7000, flanking. 512, Magic Bra, 330-4140 at 7000, flanking. 512, Magic Pop-Up Group, 323-445 at 3000, flanking. Ну что, здесь не могут уже подойти? 611, Magic, 8 groups, first group at Bullseye, 007, 417, at 22,000. Additional group at Bulls, 257, 412, at 5,000. Additional group at Bullseye, 304, 440, at 35,000. Additional group at Bulls, 296, 440, at 2,000. Additional group at Bulls, 355-460, at 23,000. Перезарядка по плану. Additional group at Bullseye, 322-480, at 9,000. Additional group at Bullseye, 311-490, at 30,000. Additional group at Bullseye, 296-4120, at 6,000. Налево-налево, взлетаем с ролёжки. Пофиг правил сервера. Главное, пусть подвесит, что нужно. Magic Pop-Up Group, 358-440, at 7,000, hot. 512, Magic Bra, 333-450, at 35,000, hot. 512, Magic Bra, 331-450, at 5,000, hot. Отлично, сожди ангар. Что, вроде все завесили? Взлетаем. Так. Закрылки взлетные. Нафиг тормоз. Не в ту сторону. Как-то там дерьме разворот сделать. Давай, в канаву, давай. Че, нет? Ну ладно. Так, ладно, не будем позориться перед тем хером. 512, Magic Pop-Up Group, 356-470, at 1000, flanking. Может быть, на прицел его взять? Опа. Главное не догнать его. Твою мать. Шевелись давай. Magic Bra, 340-470, at 4000. Бензовоз масло дна!
Не, ну что, серьезно, что ли? Давай, сейчас жгем все. И взлет! Не, ну что за нахрен? Направо, налево и взлетаем. Сейчас вот такой тохлика задавим. Просто позор. 346 460 at 9000 flanking. 512 magic pop-up group 344 460. 512 magic pop-up group 357 470 at 3500 hot. Перезарядка по плану. Принял. Эй, я тут. Хохол номер два, блядь. 512 magic pop-up group 331 470 at 2000 hot. Ну что, все что ли? 512 magic bra 345 450 at 21,000 hot. Надеюсь, хоть сейчас взлетим. Magic pop-up group 329 460 at 2,500 hot. 512 magic bra 346 460 at 17,000 hot. 512 magic bra 346 460 at 18,000 hot. Ну что, погнали. 512 magic bra 344 450 at 25,000 hot. 512 magic bra 350 460 at 15,000 hot. 512 magic bra 353 460 at 9,000 hot. 512 magic bra 330 4100 at 5,000 hot. 512 magic bra 010 470 at 16,000 flanking. 512 magic bra 346
450 at 24,000 hot. Вообще-то могли бы с радиошки взлететь. 512 magic stop group 001480 at 2,000. Кто помнит, знает, о чем я. 512 magic stop 351460 at 9,000. Надеюсь, мы не зарулим. 512 magic pop-up group 320 4110 at 1000 hot. Нам хватит. Мы же не C-130. 512 magic bra 347 450 at 22,000 hot. 512 magic bra 344 440 at 30,000 flanking. 512 magic pop-up group 327 450 at 3,000 hot. Погнали, что ли? Magic bra 327 445 at 4,000 hot. Опа, 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 опа. Magic bra 351 4130 at 30,000 flanking. 512 magic bra 347 450 at 29,000. Так, ну что с нами не так сейчас? 512 magic pop-up group 324 445 at 3,000 hot. Крылья вроде на месте, что мне нравится. 512 magic pop-up group 320 4100 at 1,000 flanking. 512 magic bra 330 435 at 11,000 flanking. 512 какого хрена происходит? 317 440 at 2,500 hot. 512 magic pop-up group 318 4100. Крылья на месте. At 1,000 flanking. Так что тогда летим или как? 512 magic pop-up group 338 450 at 3,500 flanking. 512 magic 512 request bogey dope. Что-то не так с нашим самолетом, но ладно. 512 magic bra 314 428 at 30,000 hot. Так, ну ладно, хоть кого-то захватились. Я с нашим заметил, что-то не так. Сейчас стреляем все, что есть. И в следующий раз будет лучше. 5-1-2. Сейчас явно. 5-1-2. Это предупредительный выстрел. 512 magic bra 334 450 at 22,000 hot. Попробуем изобразить смейку на этом самолете. Pop-up group 337 413 at 2,000 flanking. 5-1-2. Да что с нашими движками? Magic bra 293 4120 at 26,000 flanking. 512 magic bra 303 49 at 23,000 hot. 512 magic bra 338 45 at 3,500 hot. 512 magic burst. 512 magic bra 320 490 at 3,500 flanking.
Предельный угол атаки. Мы М120 поймали, понятно. Но и при этом мы убили. Нет, не убили, да? Самое обидное, что какой-то Леди Бой нас завалил. Ну нахрен.
Posse 481 inbound. Hello? 81. Taxi. Fly heading 297. Fort 1. QFE 29.77. Runway 08. Departure altitude. Magic pop-up group 320-4110 at 2000 knots. 512 Magic Bra 333-428 at 17,000 flanking. И черсень взлет отсюда. Хотя тогда надо было разгоняться раньше. 250 и отрыв. Отрыв сейчас. Разгоняемся. Лучше взлетели по-жесткому. Это против правил сервера. Надеюсь, никто из админов не видел. Идем низко и левее. Хотя нет, мы синие, идем правее. Ниже. Будем смотреть на 70 плюс 3 возвышение, наверное. 512 Magic pop-up group. Magic 512 request bogey dope. 512 Magic bra 337-426 at 9000 flanking. 337 на 26. 512 Magic pop-up group 319-4120 at 1500 flanking. Это совсем близко, блядь. 512 Magic bra 330-429 at 10,000 flanking. Magic 512 request bogey dope. 512 Magic bra 321-426 at 7,000 knots. 7000 плюс 4 321 на 26. 511 request bogey dope. Никого не вижу. Посмотрим в тепловом. Теплом тоже просто. Включаем РЭП. Вижу врага. Где захват? Захват есть. Thank you.
Только ближний бой, он сейчас укроется за горами. Срыв. Тепловуха. Тепловая пусто. 512. Magic pop-up group 332-490 at 1000 hot. Кого тепловуха поймаю, того и собью. Magic 511. Request bogey dope. 511. Он должен выйти справа с этой горы. Magic 512. Request bogey dope. 512. Magic bra 347-460 at 19000 hot. Твою мать, захват. Переведи в набор. И где он? Тепловуха. Magic 512. Request bogey dope. 512. Magic bra 344-450 at 21000. Flanking. Magic 514. Declare. И пуск. 512. Magic bra 353-445 at 23000 hot. 512. Magic bra 354-47 at 7000 hot. Готовченко. Magic merged. МиГ-29, конечно, не особенно. Ну тоже неплохо. 289 плюс 1000. Переведи в набор. На 3000. Посмотрим в тепле. Пусто.
Request bogey dope. Справа захват. 512 Magic pop-up group 033430 at 1500 cold. Magic 514 declare. Magic in field 11 Alpha check from Bull's picture. Так, на справа заходит, пофиг. 512 Magic pop-up group 3014 request bogey dope at 2500 flanking. 512 Magic pop-up group 226422 at 500. Так, ладно, делай предупредительные. И сваливаем потихонечку. Flight, cover me. Flight, attack my target. Flight, engage my target. 512 Magic Bra 301 450 at 6000 hot. Тепловуху давай пошлем. Он уходит, что ли? 512 Magic pop-up group 275470 at 1500 flanking. Твою мать, сзади. 512 Magic bra 284470 at 6000 flanking. Переведи в набор. Переведи в набор. Предельный угол атаки. Предельный угол. Делаем Лерман. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. 512 Magic pop-up group 060411 at 1000 flanking. Твою мать. Спасибо, friendly unit. Не, ну хотя бы один успех, один подбитый. Это все равно успех уже. Так, ладно, слетаем за красных.
взлетаем из жопы. Налево, направо, налево. Двадцать четвертый. 911. Обнаружена новая цель. 911. 351. Дайте курс на ближайшую цель. Дистанция не меняется. 351. Навижу, как из этих ангаров все время что не впилишься. Сейчас наверняка впилишься. Удаление. Давай сожгем нафиг этот ангар. Дистанция не меняется. Отлично. Так и знаешь, что за день впилимся. Как всегда, в ангар. Давай. Дайте курс на ближайшую цель. А, впрочем... Опять с ангара, отлично. Направо и налево. 292. 911. Обнаружена цель. 188. Удаление 70. На 7000. Дистанция не меняется. Обнаружена цель. 1, 3, 7. Удаление 350. На 3000. Сближайтесь. Обнаружена новая цель. 1, 3, 2. Удаление 150. На 1000. Дистанция не меняется. Девятьсот одиннадцатый. 351. Дайте курс на ближайшую цель. 351. 911. Обнаружена цель. 2, 4, 9. Удаление 4. На 500. Расходитесь. Ну, пошли.
Отлично, сброс одной из ракет. Это успех, блядь. 911-324. Дайте курс на ближайшую цель. 1-4-5. Удаление. 324. 911. Обнаружена цель. 1-4-5. Удаление. 190. На 500. Сближайтесь. Что значит, она на земле, что ли, опять? Заебали уж давать цели на земле. Что, куда я лечу, где я? Давайте курс 142. Хорошо, 140 я тоже возьму. 324-911. Обнаружена цель. 1-6-4. Удаление. 300. На 7000. Дистанция не меняется. Попробуем сделать высотный заход. Все равно местность равнинная. Поднимемся на 1010. 291. Посадку запрещаю. Уходите на запасной. Thank you.
24, 911. Обнаружена новая цель. 147. Удаление 160. На 2000. Дистанция не меняется. Обнаружена цель. 155. Удаление 220. На 7000. Дистанция не меняется. Обнаружена цель. 154. Удаление 220. На 7000. Дистанция не меняется. Не на бомбер же меня посылает. Подхожу для дозаправки. Знаю, да я попробуем, что ли. Хотя это полная херня.
Ну, 292. Дайте курс на ближайшую цель. Обнаружена цель. 171. Удаление 150. На 7000. Я сейчас... 3, 2, 3. Волокно. Это просто отлично. Разрешаю на полосу 2, 7. Обнаружена цель. 168. Удаление 190. На 9000. Дистанция не меняется. 3, 2, 3. Волокно. Флюк по готовности. Отход по схеме на 300. Подавление 7.5. Обнаружена новая цель. 172. Удаление 50. На 1000. Дистанция не меняется. 911. 324. Дайте курс на ближайшую цель. 324. 911. Обнаружена цель. 174. Удаление 40. На 1000. Сближайтесь. Обнаружена новая цель. 164. Удаление 15. На 1000. Сближайтесь. Ну, хоть и там вроде завалил, то нормально. Вопрос только, кто меня грохнул.
А им 120, ну конечно.